Всем привет, доброго дня. Доброго дня. Отличного настроения. Вовчик, давай садись. А что ты чуть-чуть-то ты поешь? Ай. Только встали. Что ты врешь? Только. Всем привет. Ну я валялся. Просто вот и говорю за себя, что только встали. Вот за себя и говори. Вчера в Ленте купила две пачки песто. Пипеста она. Одну пипесту уже съели, да? Да. Наверное, я так думаю, что нет? Что ты взял? Так, это что, салатик? Блин. Ты его будешь есть? Ну, а что сейчас съем? Где такой пачок? Пельмени у нас какие-то. Смотрите, какие они. Такие лопухи вообще, челябинские лопухи. А что, обычного мазика нету, да? В бане. Да? В бане. А нет, вот тут где-то еще. Ну ладно, будем пипец-то есть. Есть. Сегодня с утра встал, вчера шашлык еще остался. Горелки вон там. Остатки горелки, да. Горелки, да всякие эти подошвы. И вот почти пол баночки, короче, перчиков съел. Тоже всякие. Вот. Так он не острый, наверное, да? Ну так, слегонца. Я сразу по две. Открывай рот. Да, я сама. Нет, рот открывай, говорю. До конца откусывай. Чё? Перец? Такие кашки с перцем. Так и знал, Вовка, да? Вот, и чуть по двух. Но Вове сегодня уже просто перцев натолкали. А, опять? Но. И не попал папа. Угу. Вовка его обхитрил. Давай ты целую перчинку съешь прямо сейчас. Я тебе какой хочешь, такой подарок куплю. А? Целый перец, да? Угу. Давай. А, я все съел. Делай мне подарок какой угодно. Все, вот тебе подарок, на, держи. Держи. Поймал? Думал обхитрить папку. Смотрим «Хроники Нарнии», вообще прикольный. До этого смотрели книгу «Джунгли». Блин, классно вообще. Новый какой. Угу. Подошву-то есть свою? Угу. Вчера столько салатиков было. Сколько? Три. Кстати, а когда вы съели селедку под шубой? Я сама не знаю, куда она делась. Я думала, ты съел. Я вчера съел половину. Я оставил себе. Думал, утром еще съем. А я утром встал там, ну, на тарелке на краю. Вот, да. Все, я с утра ее съел. И все. Какие-то метаморфозы. Ох, надоело это метаморфоза. Ох, надоело это метаморфоза. Ты песню вспомнил? Вчера эти кошаки до того достали. Вообще жестко. Я думаю, они больше никогда не придут.
слышу мяу-мяу. Я резко окно в бане открываю и на всю улицу как крыса. Они аж попадали. Один там реально упал. Он ни разу, чё-чё, но такое ни разу не видел. Я так думаю, они больше не придут. Резко открыл. Это вообще, это надо было видеть. Штуки три сразу же бах упали. Я думал, сердечный приступ. Че, потом встали, убежали? Мама, где котенок? На улице. Да блин, а почему ты на улице? Да потому что иди затаскивай ее. Тебе звонят. А что ты этот поставил на звонок? Папа твой плавал, что ли? А? Ну, папа твой плавал. Видимо, я не знаю, как это... Ой, это что? Так что вот такие дела. Значит, вчера просто приходил Сережка, поиграли мы немножко. Я каждый день приходит. Сейчас опять звонил. Второй Сережка. Два Сережки уже. В следующие выходные два Сережки приедут. Бум, говорит, на барбекю пожарить что-то хотят. Что ты орешь? Вова, наливай воды кошке. А вы знаете, после праздника утром встаешь, и вот вот этот квас, это вообще самый божественный напиток вообще во всем мире. Кстати, вот этот квас вкусный. Лучше вообще нету просто напитка. Челябинский. Мам, почему ты хотел, не хотел наливать, чтобы проявить? Так его взял. Рощина делает. Так и не, не хотел котенку наливать. Это же аэропорт Рощина. По-моему, да. Или где этот аэропорт? В Тюмени? Или в Перми? Ну, что-то знакомое Рощина, ну. Так, в Тюмени какой аэропорт? А? Не помню. Обычный аэропорт. Аэропорт. Сегодня, короче, я вообще офигела. Захожу в ВКонтакт. Там что на Украине-то творится? Это же вообще жесть просто. Ну, кто там написал, что, типа, Олег, ты же говорил, войны не будет. Нет, это, ребята, не война. Это так. Это фигня. Как бы... Ракеты летят в Россию. Угу. Из России. Вот именно. Скоро до ракет... Это будет, пока да? Миротворцы зашли, ничего страшного нету там. Как бы, ну, пару петард кинули. А все говорят, война. Нет. Война будет, когда будут большие жертвы, когда будут большие взрывы. Блин, кто звонит постоянно? Это кто? А, Костя. Ты закрепали. Все звонят. Ладно, Костян, пока некогда. Давай позже он тебе ответит, ладно? Отключу. Вообще ничего не известно. Так что вот такие дела. Рогатульки. Вовчик, иди пельмешку хоть одну съешь. Парни сидят сейчас, звонили по видеосвязи. Вот, вчера ко мне пацан приезжал. Машина у него тоже такая классная, Range Rover. Сидят в ренджике оба, похмеляются. Я говорю, так приедьте, вот что, позвонили, приедьте, блин. Привезите мне, вместе посидим, как бы а это. А что, они в машине сидят? Но. А что, не дома? Выгнали? Выгнали жены, наверное, но. Да нет, говорит это, гаишников, особенно в нашей стороне, но сегодня же праздники, а мы же мужики-то такие, дай нам волю, мы реально Америку под себя загребем, вот поэтому за нами все блюдят, смотрят, жены смотрят, знаете. Ой, молчат уже, надоело. Так из-за вчерашней вообще надо, я не знаю, голову оторвать. О, еще вчера было, да.
перчики. Перец чили от дяди Вани. Дядя Ваня на диване. Угу. Консервы пересили. Пересили. А сама у дяди Вани? Да? На диване. Правильно? Это же, что-то, ну-ка. Стишок. Ну. Когда мы маленькие были. Но. Ну-ка напомню. Мы же раньше стихи-то не учили, у нас были свои стихи. В детском саде номер 8 раздаются голоса. Да. А это откуда? Как начало-то? Ах ты! Ну, а начало-то? Вот, ах ты, сука, ах ты. А-а-а. Ты кому дала? У-у-у. Не твое, мамаша, дело, не твоя. Я еще забыла про. Куда ты мне добавляешь? Не надо. А сама у дяди Вани? Дочка все знает. Вот такие дела. Я думала, откуда у меня это дядя Ваня на диване? Вот оно что, вот оно что. Не зря говорят, все родом из детства. Ага. Вы говорите, травмы. Вот это травма тоже. Какая это травма? У мужиков, еще раз повторяю, у мужиков не бывает этих психологических травм или... Бывает. Что, человечка? Бывает. Не бывает. Бывает. Еще раз говорю, это у мужиков, а у остальных бывают. Ой, он еще и тянется. Господи. Если ему кишки выпущу, надо, Вовка, нет? Ну, мне тут его мальчик, знаешь как? Порваться. Это был Вилли. Ну. А что, прикол-то в чем? Он может липнуть. Ну и все. А если его на потолок кинуть, прилипнет? О! Господи! Ну все, давай мой его. Так молодец. Его, так-то его мыть надо, чтоб это... Конечно. Чтобы он вытер клип. Ой, как хорошо. Ой, да, как хорошо. Такой вкусненький маринад. Да? Попробуй. Я пробовал. Пробовал? Сначала такой сладенький, а потом сейчас вот прям и чувствую, как он уже вот все пробирает. Вова, иди сюда. Иди квас попробуй. Иди сюда, попробуй квас язычком. Да что он его запробовал-то с грязной ложки? Ага, точно. Какая грязная, мы же салат ели. И иди что? Сюда. Как это и что? Чистый налил. О, все, выпьешь. Угу. Кстати, где Вовка этот швепс? Какой? Короче, сегодня купила швепс какой-то новый, розовенький. Где он? Такой это... вкусненький вообще, ну. Киньте. Бери такой. Сегодня первый раз его видела. Швепс. Ага, 0,9 уже, 0,9 на 100 литра. Конечно, стакан давай. Таким Швепс оригинал напиток безалкогольный, сильно газированный. Сильно газированный? Вот, то есть такая. А, понятно. Сначала пьешь, он такой сладкий, а потом кисленький. Мам, смотри, тут они и тут они. О, прикольные подушечки. Дай, Вова, попробую, а. Вова. Дай. Чайки. Я когда был маленькой, я любил... Конфетный дождь. Так, найди 7 отличий. Да, я найду 7 отличий. Я когда маленький был, я помню, мне отец первый раз купил вот эти подушечки. Вовка, ты нашел 7 отличий? Да. Это в 90-е годы. Да? Ну, куда я посмотрю? В 90-е годы, помню, где-то 92-й, 93-й год. И они такие вкусные тогда показались мне. Мам, смотри, тут нет бортика, и тут, тут другого света, и тут другого. Крас. Красный, два. Так, подожди, что ты говоришь, здесь нету? Тут другие цвета. Да, это раз. Угу. Два. Угу. Еще где? Болтика тут нет. Три, вон чайка. А, ну да. Где болтик, говоришь? Болтика нету, а тут есть. Угу. Сколько отличий надо? Семь. Так, подожди-ка, не мешай нам. Где болтик, не понимаю. Смотри, тут нет болтика.
гвоздика, а тут а есть. А, болтик, гвоздик. Два. Заметил, смотри. Три. Четыре. Так, еще три отличия. Немного все позабывал. Так, вот у него здесь пять листов, здесь четыре листа. Пять. Пять. Еще два отличия. Пять. Там шесть. Еще одно отличие. Вот это, шапочка. Посчитали, да, это? Тест на внимательность называется. А я вижу. Где? Пальчики? А-а. Вот не найдете. Короче. Кому говорят, говори. Четыре, пять. Четыре, пять. Пальчиков? Нет. Я что-то вспоминаю. Челка, что ли? Нет. Че четыре, пять, четыре? Че он в руке держит? Так это мы нашли уже листы. А, нашли? А, ну иди давай, спи. Еще последний раз. Да, такой сидит умный. Чаек тоже нашли, не умный. А, вот этот нашли. А что тут? Цвет-то? Да. Да, да, было. Последнее отличие, где я по-любому какие-нибудь бревнышек, наверное. Три. Я здесь вспотела почти. Я тоже вспотела уже. Так, раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Кто там? Гости. Гости пришли. Гости. Голодать кости. Заходите, заходите. Ага. Да, ну да, все, заходи, ладно. Заходи. Давай отключаться будем. Короче, не нашли одно отличие. Да. Может, вы найдете? Чайки были, шета была, листочки были, вот эта вот штука была, которая здесь. Посмотри мне в глаза. Так, раз, два, три, четыре. Ну, короче. Мне?